Всем привет! Это The Hard Kiss Vlog. Сегодня мы снимаем наш новый клип. 6:30 утра, и мы приехали на Киевский ипподром. Но лошади нас сегодня не интересуют. Нас сегодня интересуют просто локации здесь. И не только здесь. Сегодня мы будем снимать на локации Киев-Млын. Это очень долгожданная локация, которую мы хотели с Валом заполучить очень давно, но получилось это сделать только сейчас. Режиссер клипа Дима Мисюра, Митти, и нам очень интересно попробовать, что же у нас получится сделать вместе. Мы сегодня снимаем вампирскую историю. Валерий, как ваши ощущения по поводу того, что вы сегодня не снимаете видеоклип группы Hard Kiss? Теперь я знаю, ты на свете есть. Вот и все. Опускай. Валя, что это у тебя? Так, а теперь момент превращения. Того самого вампира. Мой первый раз. Мои первые линзы. Сейчас мы снимаем тот момент, когда я из человека превращаюсь в нечто. У нас характерные это не клыки, а вот такие глаза черные и будут очень длинные когти. Мити выбрал очень классную локацию. Это туалет заброшенный, который я, в принципе, собой вытерла. Готовы? Сегодня на съемке мои девочки из МВК. Сама Виктория Голодин. Сейчас мы будем петь синхроны, куплеты. Рядом со мной будут такие же вампиры, как и я. И поехали! Когда голоден, сразу научился управляться с вилкой, с ногтями, с вилкой со всем разобрался. С ртом. Мы закончили на этой прекраснейшей локации ипподром и едем дальше. Сейчас мы будем снимать крайне романтичную сцену, когда я танцую для него. В белом платье, танец бабочки. На самом деле, не глаза, а тут жесть. Вот это жесть. Женщины, дорогие мои. Мужчины, дорогие мои. Я мужчины, не знаю, не как вы ходите. Это, ну, понятно, что с такими ногтями ни один нормальный человек не ходит, но вот как у Валеры, например, да, когти, такие вот дамы носят иногда. Как вы с ними живете? Режиссер нашего клипа Митти Мисюра. Мы впервые работаем с ним и, ну, очень довольны, да, особенно Вал, очень. Который теперь больше вообще не будет снимать, я чувствую, но действительно очень круто, очень правильный подход по отношению к нам, правильные мысли, интересные решения, очень хороший вкус и при этом позитивное настроение на площадке, вот, и расслабленный Валера. Итак, вампирское отродье прибыло на Русановскую набережную. Именно здесь мы будем искать себе жертв. Вот, одна жертва. Пирожок, пирожок, я тебя съел. Вот еще один товарищ будет съеден. Так, отходим. Я против. Или так? И да, все. Чуть-чуть, да, да. Потом сейчас. О, хорошо, хорошо.
Вот это хорошо. И там... Хорошо, и ушла. Пока муж идет на локацию, можно понюхать других. Пан режиссер. Якова. Нет сил уже смотреть в камеру. Итак, ночь таинственных убийств на Русановской набережной подходит к концу. 6 жертв. А нас ждет рассвет. И меня ждет прекрасное будущее. И перерождение обратно в человека. Но это будет на рассвете. А я говорю вам kiss from the heart kiss. И до новых встреч.